Добрый день, меня зовут Олег, я представляю компанию Югир. Сегодня с вами мы будем собирать модель «Бабочка». Данная модель проста в сборке и оригинальна по своему конструктиву. Итак, приступим. В комплекте мы имеем набор досточек. Также мы имеем две пары крыльев. Одни просто белые, вторые цветные. Комплект зубочисток, парафин, резинки двух видов, наждачная бумага и капроновая нитка. Так, распечатаем наши досточки. Здесь мы имеем две половинки маленьких и две большие доски инструкции. На первой странице есть обозначение, которое означает, что первое обозначение нужно смазать, второе обозначение обратить внимание, третье зачистить, четвертое обозначение отрежьте. Пятое обозначение. Деталь должна легко крутиться. И это показано у нас, как она идет, как линеечка. И также размер петли, которую делать с резинок. Так. Здесь также есть хелпер. Хелпер у нас находится на первой доске. Вот мы его выломаем. И с помощью хелпера будем выдавливать детали. Итак, приступаем. Так, обязательно оденем очки защитные и продолжим сборку. Так, вот здесь выдавим блок шайбочек сразу. Он выдался у нас все вместе. Дальше выдавливаем первую деталь. Шестеренка, зубчатая такая шестереночка. 2, 3 с обозначениями 1 и 2. И шестеренка под номером 4. И теперь собираем этот блок. Сначала одеваем зубчатую шестереночку с единичкой плотно. Дальше с цифрой 2 одеваем. Если деталь туго налазит, значит нужно ее смазать парафином. Одеваем деталь номер 3. Обращаем внимание на цифры. И нужно шайбочку под номером 5. Также одеваем шайбу. Сначала здесь у нас проверим, нет ли заусенцев. И смажем ее парафином. И теперь оденем, зачистим от заусенцев шестереночку под номером 4. И оденем на наш вал. Также при том, как будем одевать, посмотрим, чтобы направление зубчик на правильное направление зубьев шестеренки.
И дальше одеваем две шайбочки. Вот здесь в шайбочках бывает соединительная такая палочка. Ее нужно обязательно убирать скальпелем, потому что она будет мешать правильному вращению. Так, данный блок у нас готов. Отложим ее, сейчас смажем парафином и отложим в сторону. Дальше берем деталь под номером 6 и три шипа под 7 номером. У нас вот целый блок выдавился. Вот. Также устанавливаем шипы, как показано в инструкции. Также обращаем внимание, вот ножка с двумя отверстиями должна быть направлена к нам. И устанавливаем два нижних отверстия шипы и один шип верхний. Вот у нас деталь получилась в сборе. Теперь берем наш механизм шестереночек, вставляем ее в нашу деталь. Вставили. Еще сначала нужно на наш блок шестеренок одеть деталь 8 и такой себе подшипничек 8 и здесь ролики под номером 9, 5 штук предварительно. Отверстие для подшипника смажем. Оденем наш блок и установим сами ролики. Так установили и теперь все этот набор шестереночек установили на корпус 6 и нужно это зафиксировать шайбой номер 10. Зафиксировали 10 шайбой и одели шайбу номер 5. Все. Итак, проверим наш механизм вращения. Вот он свободно вращается. Все, отложим его пока в сторону. И теперь нам нужно вот одна зубочистка размер 4Z. Отрежем острый край и отрежем зубочистку. Вот здесь у нас на хелпере имеются размеры зубочисток 20, 4Z, 3Z и также шкала миллиметровая. Отрезаем одну зубочистку размером 4Z и нужно нам 7 штук зубочисток размером 3Z.
6. Еще одна. Дальше берем деталь номер 11 и ставим в нее зубочистки размером 3Z, 4 штуки. Также обращаем внимание на расположение вот лапки, она должна быть слева. Отдели и теперь совмещаем здесь 11 деталь с нашим блоком. Все одели на шипы, все хорошо посадили. И вставили вот в отверстие зубочисточку размером 4Z. С обратной стороны она должна быть заподлицо. Все, у нас этот блок готов. Все зубочистки с обратной стороны заподлицо. Возьмем немножко наждачкой, зачистим, где торчат. Отложим в сторону и дальше берем деталь. Это ножка под номером 12. Здесь на блоке две ножки, одна запасная. И деталь под номером 13. Также здесь одна рабочая, одна запасная. И деталь, ножка под номером, бабочка под номером 14. И под номером 15. Теперь в 12 ставим 2 зубочистки Z3 и соединяем с деталью 13. Также обращаем внимание, косой срез должен повторять здесь форму ножки. Вот. Установили. И теперь берем также в нижнее отверстие вставляем зубочистку. И соединяем с деталью 15. Также обращаем внимание, деталь 15 должна быть вот зуб. Должен смотреть своим острым углом с правой стороны. Все, эта деталь тоже готова у нас. Отложим ее в сторону. И теперь эти две ножки установим, как указано в инструкции. Здесь, чтобы не прогибалось, можно подложить хелпер и одеть ножку, чтобы не треснуло. И одеваем. Одну ножку одели, переворачиваем и с обратной стороны одеваем на. Здесь у нас была зубочистка 4Z, которую мы ставили. Одеваем ее на 4Z зубочистку. Все, этот момент сборки мы также выполнили.
Ложим в сторону, готово. Дальше собираем деталь под номером 18. И соединим ее с деталью 16. Соединим шипами 17, которые у нас были на блоке. У нас один шип треснут, но у нас здесь есть запасной, мы который выдаем. Берем 16-ю деталь. Также обращаем внимание на расположение вот квадратных отверстий. Берем ее в левую руку, и отверстия должны смотреть от нас. И 18-я деталь также вот этим вот крючком к себе смотрим. Также ставим сейчас сюда. Сначала ставим 17-ю деталь наши шипы. Здесь мы. И теперь соединим с 16-й. Обратим внимание, что шипы должны выглядывать, торчать со стороны 18-й детали. И теперь 18-я деталь. Вот одеваем на наш, соединяем с корпусом. Также с помощью хелпера вставляем хелпер и так придерживаем, чтобы не треснул корпус наш. Здесь может зубочистка вылезть, мы ее обратно засунули за подлицо. Все, обратили внимание, что зубочистка не торчит, и наш этот соединен корпус. Все, теперь мы так, берем, теперь делаем петлю с резинки, с миллиметровой. Петля должна быть 8 миллиметров. Здесь мы на миллиметровой шкале сейчас ее вымерим. Есть. Отрежем. И теперь оденем сначала вот на лапку. На лапку. И здесь есть на лапке отверстие для резинки. И на корпусе отверстие для резинки. И смотрим, чтобы узелок петли, если мы будем смотреть, был с лицевой стороны. Все, вот лапка должна свободно двигаться. Мы ее нажимаем, и она возвращается в исходное положение. Так, готово. Дальше нам нужна зубочистка размером 4Z. Есть. И зубочистка размером 2Z. Есть. Дальше берем деталь под номером 21. Это еще одна ножка.
Деталь под номером 19 и 20. И соединяем деталь. Также обращаем внимание на расположение ножка должна к вам быть лицевой, и деталь с отверстием вот для резинки тоже в сторону идет ножки. Все это одели. Одели зубочистку. Всунули зубочистку 4Z размером. И сзади центральный штырь зафиксировали зубочисткой размером 2Z. Все зафиксировали, и теперь одели шайбу под номером 22. Ее одели до упора. Смажем наш этот. Так, одеваем шайбу 22 до упора. Одели, и следующая идет шайба под номером 5. Так вот, лишнее убрали. И одели. Смажем две шайбы парафином. Все, это тоже деталь у нас готова. И теперь ее установим на корпус, чтобы наша зубочистка попала в отверстие и до конца насадим. Вот. И теперь здесь зафиксируем шайбой номер 10. Так, зафиксировали. И берем еще одну резинку. Петлю делаем с резинки, с миллиметровой резинки. Также делаем 8 миллиметров. Есть петля. Теперь тоже я одеваем сначала на одну лапку. И вот здесь вот также вовнутрь пропускаем узел, что был снутри. Нажимаем на одну лапку, вторая отщелкивается, на вторую, и она возвращается в исходное положение. Все, этот у нас деталь, блок деталей готов. Дальше берем 24-ю деталь. Так, берем три резинки шириной 5 мм и нашу нитку. Все эти резинки сейчас протянем через деталь номер 24. Протянули. Протянули сначала две, протянем, да. Протянем сначала две.
Потом их возьмем, натянем. И сейчас следующий, третий протянем. Так, надо вот эту вот часть обрезать лучше, ну, чтобы было проще продевать. Так, есть. И у нас получается две резинки спаренных. И одна сама по себе. Теперь нам деталь 23. И нужно две зубочистки размером. Вернее, 4 зубочистки размером Z2. Раз. Теперь берем наших вот этих вот спаренные резинки, также продеваем через них нитку и протягиваем их через 23-ю деталь. Так, протянули и вставили сюда одну зубочистку размером Z2. Вставили и натянули ее обратно, чтобы зубочистка плотно прижалась к 23-й детали. Есть. Дальше берем. Второй край резинок. Также продеваем нитку и протягиваем через 23-ю деталь с противоположной стороны. Протянули. И также фиксируем зубочисткой 2Z размером и обратно натянем. Так. И теперь берем одиночную резинку, протягиваем. Также в деталь 23 под углом 90 градусов к предыдущей резинке перпендикулярно. Фиксируем также и зубочисткой 2Z.
Выскочила. Так, зафиксировали, натянули резинку и теперь с противоположной стороны точно так же продели нашу нитку. И продели сквозь деталь 23 и зафиксировали. Все, зафиксировали зубочисткой Z2. Ну, вот у нас получился. Натянем, чтобы было везде равномерно. И вот все, все, что у нас получилось. Теперь наши резинки устанавливаем на корпус, предварительно смажем деталь, 23-ю деталь, шайбу, и устанавливаем ее. Установили, раздвинули резинки и зафиксировали. Ну, здесь показано зафиксировать Z2, ну, проще, я думаю, зафиксировать зубочисткой. Продеть ее удобнее будет. И обратный край. Или откусить, или обрезать аккуратно, чтобы не повредить резинки. Вот так будет проще. Все готово. Теперь на наш вал одеваем шестереночку 28, под номером 28. И шайбу под номером 29. Они находятся на первой доске. Обращаем внимание также на расположение зубьев. Зубья должны от тебя идти. Установили и смажем 29-ю шайбу. И также ее установим. Готово. Следующий этап. Соберем деталь под номером 25. И 4 шипа под номером 7. У нас был блок. Также обращаем внимание, вот здесь два отверстия для резинки. Они должны быть слева. И устанавливаем шипы. Так, установили шипы.
Дальше берем деталь под номером 26. Берем зубочистку размером 3Z. Петлю размер также 8 миллиметров петли. Сделали петлю, одели ее вот и продели через место или деталь 26 и продели вот так вот аккуратненько, пропустили петлю через отверстие 26 детали и обратно зафиксировали на 25. Вот у нас получилось, и теперь закрываем все это. Здесь резинку мы одели на 26 деталь, чтобы узел был бы как бы вроде с наружной стороны. Вот отменяю, сложил. И теперь устанавливаем 27 деталь, одеваем на шипы, все это фиксируем. И вот дальше устанавливаем наш этот, устанавливаем с резинками и одеваем деталь под номером 30 и все это фиксируем зубочисткой. Размер Z2. Или же можно просто продеть зубочистку, там ее обрезать. Все, вот у нас получилось в сборе такой узел в сборе. Дальше здесь нужно, чтобы как можно минимально обрезать вот зубочисточку. И ставим деталь под номером 31 и 32. Сначала устанавливаем деталь 31. Сможем здесь и следующая 32.
Все прижали, и вот у нас получился. Зубочистка зачем, чтобы минимально было, чтобы спокойно, свободно можно было установить 32-ю деталь. Дальше берем три детали под номером 33. И устанавливаем их на наш корпус. Также обращаем внимание на установку 33 деталей. Вот. Более плавный переход идет к основному турбочкам. Более такой по 90 градусов к задней части. Сначала установим переднюю часть. Теперь установим вот. Хелпером, где нужно, подожмем, чтобы все детали плотно есть. Можем проверить, даже у нас вращается наш вал центральный. Отложим в сторону, берем деталь под номером 34 и две зубочистки. Сейчас немножко уберем. Две зубочистки размером 2Z. Так, смажем здесь вот два шипа на нашем корпусе и оденем деталь под 34. Одели и зафиксировали нашими зубочистками Z2. Все готово. Дальше будем собирать привод крыльев нашей бабочки. Где-то берем 35-я запчасть, деталь. Она у нас находится на маленькой доске, на третьей маленькой доске. Вот она, деталь 35. И выдавливаем также 39 деталь. Ну, теперь нам нужна деталь тридцать восемь. Тридцать семь. И деталь 43. Три
деталь под номером 36, 43. И теперь внимательно также будем одевать. Вот на 35-й деталь она должна, как показано на инструкции, и одеваем деталь под номером 37. 37-я деталь одевается тройка, три черточки или тройка идет вверх, и единичка идет влево. Смажем предварительно деталь и оденем, так как показано в инструкции. Вот мы одели, смотрим, тройка, единичка влево пошла. И также одеваем деталь 38, также тройка и единичка. Одели эту деталь и одеваем шайбу под номером 5. Одеваем с противоположной стороны деталь под номером 36. Здесь она единичка также нарисована, у нас выгравирована. Одели и шайбу под номером 5. Эта часть у нас готова. И вторая деталь под номером 39. Также деталь под номером 40. Мы пока отложим в сторонку. Так, 43-я деталь у нас немножко раскололась. Мы ее отбросим в сторону, и у нас здесь есть запасная 43-я деталь. Все выдавили. Так, и на первой доске у нас здесь деталь под номером 42 и деталь под номером 41. Также есть запасные 41 и 37 детали. Также обращаем внимание на установку деталей. 41 деталь устанавливается. Вот здесь двоечка есть. Итак, выступ на 39 идет вверх, смотрит. Здесь так, точно так же на 37 он также смотрел вверх выступ, но на 37 детали он длинный выступ, на 39 здесь он коротенький, также смотрит вверх. И одеваем 41 деталь, двойка смотрит, или две черточки, или двойка вверх, и единичка вправо. Одели эту деталь и одеваем также деталь 42. Двойка и единичка тоже смотрят вправо. И одеваем их до момента, где вот здесь вот метки есть. Ну вот это момент одеваем. До меток одели. Все, оно зафиксировалось. И одеваем дальше шайбу под номером 5. И теперь с обратной стороны также одеваем деталь под номером 40 и шайбу под номером 5. И теперь нам нужно две зубочистки размером 3Z.
которые мы вставим вот в деталь 42 и 38, там под двоечками. И две зубочистки размером 20 миллиметров нам нужно. Мы их устанавливаем с противоположной стороны в деталь 40. Ну вот, если посмотреть на схему, у нас выйдет вот две детали. Теперь нам нужно две детали 43-х и вставим в них две зубочистки размером 3Z. Вторая в зеркальном отражении. Вставили вот одну и здесь вторую. Есть. Устанавливаем их, эти детали, со стороны длинных зубочисток. И две детали под номером 44. Одна под номером 44, вторая под номером 45. 44-ю устанавливаем на правую деталь. Смотрим также, чтобы верхний квадратик шел, смотрел вверх. И 45-я деталь на левую часть крыла. И также смотрим, чтобы верхний квадрат смотрел вверх. И теперь все это фиксируем на второй доске. У нас здесь есть шайбы-фиксаторы под номером 46. Взяли и зафиксировали вот наши. Раз. С помощью хелпера помогли, одели. Можно даже смазать. И вот у нас получились два таких блока. Один блок, который справа, будет блок А2, слева блок А1. Теперь мы эти блоки устанавливаем на корпус А2. Вот если смотреть с правой стороны, да, предварительно посмазываем все здесь зубья. Здесь смажу.
Вот и А1 устанавливаем с левой стороны. Также смажем шайбы все и устанавливаем с левой стороны. Вот, установили. И если посмотреть, то сзади вот наши зубочистки. Сзади вот здесь зубочистки вот этих наших крыльев между двумя торчащими зубочистка. И здесь спереди вот у нас вид будет. Они соединены между собой также. Все, пока в сторону отставим. Этот узел у нас готов. Дальше собираем следующую часть. Это деталь под номером 53. Также две детали под номером 54. И на первой доске деталь под номером 52. И под номером 51. Все, теперь еще нам нужно зубочистка 4Z 2 штуки, 3Z 1. Так, 3Z 1 и 4Z 2 штуки. Так, берем деталь под номером 51 и вставляем. Если вот смотреть, то с левой стороны сначала вставляем одну зубочистку в самое первое отверстие 3Z. Дальше в следующее отверстие, в верхнее, вставляем с правой стороны зубочистку 4Z. И чтобы она с противоположной стороны выглядывала на толщину фанеры. Вот. Или же с правой стороны, чтобы она была, выглядывала на толщину 2Z. Вот. И теперь в нижнее отверстие вставляем также 4Z зубочистку размером 4Z. И чтобы она точно так же торчала с левой стороны размером 2Z. Все. Вот у нас по схеме получается. Эта ножка у нас готова одна. И теперь будем собирать вторую. Также нужно один кусок зубочистки 3Z и 2 4Z. Берем также ножку в верхнее, вставляем отверстие размер зубочистки 3Z. Дальше вставляем справа 4Z, и чтобы она торчала на размер 2Z. Вот он у нас 2Z. И теперь нижнее отверстие слева также вставляем зубочистку 4Z, которая с левой стороны торчит на расстояние 2Z. Все. Также у нас готова и эта ножка. И теперь мы сейчас возьмем деталь. Также берем деталь 53.
обращаем внимание на расположение. Вот здесь косое отверстие и косой идет вверх. Здесь с правой стороны идет отверстие и косое прорезь вниз. И также устанавливаем детали под номером 54. Также обращаем внимание на установку этих деталей. Установили. Берем нашу ножку одну и устанавливаем ее с правой стороны. И вот у нас здесь торчит кусок зубочистки. Фиксируем его шайбой номером 57. Все зафиксировали. И теперь также вставляем вторую лапку и также фиксируем шайбой номер 57. Вот, зафиксировали. Теперь ставим перемычку под номером 55. Перемычку устанавливаем на самые длинные зубочистки. Это получается слева центральная, справа с нижней, и фиксируем их двумя шайбами под номером 56. Раз. И здесь поставляем хелпер с обратной стороны, чтобы зубочистка не выдавить в обратную сторону. И одеваем нашу шайбочку под номером 56. Вот у нас две ножки есть. Вот такой вот они имеют вид. И дальше еще одеть две шайбы на верхнюю, зафиксировать также. Сейчас и здесь на среднюю. Все зафиксировали, вот наш. Передние наши лапки, наши бабочки готовы. Смотрим, проверим, свободно вращается. И теперь смажем отверстие парафином, здесь тоже с зубочистки. И оденем часть нашу. Одеваем. Вот. Попадаем в наши шайбочки. Подправим, чтобы все зубочистки вошли в отверстие. Вот, все вошло. И здесь шипы также, чтобы вошли в отверстие.
поочередно плотно одели. Вот у нас готово. И смотрим. Наши зубочистки на месте. Я думаю, можно проверить. Немножко разработать. Вот у нас пока вращается наша бабочка с большой скоростью крыльев. Все, ставим ее в сторону и приступим собирать голову нашей бабочки. Это берем деталь 49, деталь 48, детали 2 47А и 47Б, и также на третьей доске, где детали под номером 50. Выдавили их. И приступаем, собираем. Вставляем сначала с одной стороны, со второй. Так, ставлю и теперь выдавливаем. Устанавливаем деталь. Смотрим, чтобы совпадали вот отверстия квадратные с прорезью на глазах нашей бабочки. Все собрали. И устанавливаем глаза нашей бабочки на место. Для этого смажем вот центральный шип. Установим ее сюда и аккуратно прижмем. И здесь тоже паз, чтобы оделась. Все, защелкнулось все у нас. Все защелкнул, все готово. Так, отложили в сторону, и теперь нам нужно вот здесь вот блок деталей 59, и на третьей доске деталь 50 под номером 58, две штуки. Выдавливаем эти детали. Три шипа под номером 59. И устанавливаем их в нашу деталь. Если трудно, смажем. Так, смазали. Теперь устанавливаем на нашу бабочку вот на крайнюю платформу две шайбы. Смажем их предварительно. Установим в отверстие и зафиксируем с обратной стороны также деталью 58. Сейчас, секунду. Немножко неправильно одел шипы.
Все зафиксировали и теперь установим держатели крыльев. Держатели крыльев у нас находятся вот. И на третьей доске вот двое держателей под номером 80. Так, сначала устанавливаем держатели крыльев под номером 78. Обращаем внимание также на их установку. Вот они устанавливаются такой вот скос большой, он устанавливается вверх. Крыло слева и также установим крыло справа. Здесь дальше устанавливаем держатели под номером 79. 1, 2. Также срез идет вверх. Он устанавливается на переднюю. И с противоположной стороны слева также устанавливаем держатель. Все, плотно отдели. Следующий устанавливаем держатель под номером 80. Вот он маленький такой. Но срез тоже идет вверх. Противоположной стороны. И дальше держатели под номером 82, последние два штуки. Все. Наша бабочка почти готова. И вот она уже начинает более медленно делать взмахи крыльями. Так, следующий этап у нас будет. Будем собирать подставку для нашей бабочки. Нам берем деталь 66 и деталь под номером 67. И нужно сделать ножки. Ножки делаем, берем резинку толщиной 5 миллиметров, шириной вернее, и одеваем на ножки. Обращаем внимание, вот деталь 66. Идем вот три лепестка ближе к нам. И так растягиваем резинку и заправляем ее в прорез. И также вторую растягиваем со второй стороны. Заправляем в разрез фанеры. И понемногу затягиваем. Все затянули, лишнее обрезали. Также с противоположной стороны. Немного растянули резинку, вставили
прорезь, растянули, вставили в прорезь и натянули. Натянули, лишнее обрезали. Так, эта часть у нас готова. И теперь вторая. Ножка. Так, вторая. Мы смотрим, вот такое отверстие с четырьмя отверстиями, квадратик с четырьмя отверстиями должен быть от нас. Вот мы ее держим и также точно так же одеваем резинки. Растянули, установили. И натянули. Все, лишнее обрезали. Смотрим также аккуратно. Натягиваем резинки, чтобы не поломать нашу площадку. Все, обрезали, готово. И вот у нас две площадки мы собрали. Теперь берем, соединяем между собой детали под номером 62. Соединяем их с помощью шипов 63. Вот они, два больших шипа. И соединяем их с нашими стойками. Обращаем внимание, что подъем нашей детали идет вправо, а квадрат с отверстиями с левой стороны. Устанавливаем нашу стоечку раз и вторую стойку резиновыми ножками вниз. Также устанавливаем. Установили. Все, здесь готово. И теперь устанавливаем еще одну перемычку между стойками. Это деталь под номером 65. И фиксируется она шипами под номером 64. Смажем шипы. Установим также. Всю нашу площадку собрали, ставим ее в сторону
Приступаем к сборке цветка. Там для цветка вот деталь 68. И деталь 69. 69-ю деталь устанавливаем на 60, соединяем 68-ю. Также обращаем внимание, самый длинный лепесток смотрит в сторону большого листка, цветка. Вот мы установили, вот длинный лепесток и вот большой лист цветка. Дальше берем деталь под номером 70. Также обращаем внимание на надпись и устанавливаем фиксаторы под номером 71, соединительные верхние шипы, 3 штуки под номером 71. Установили. И устанавливаем лепестки. Лепесток под номером 73. Вот устанавливаем его в противоположной стороне от надписи. С противоположной стороны. Так, установили. Дальше. Лепесток. Сейчас наши лепестки наденем на сам цветок и продолжим дальше. Так, 73. 72 лепесток устанавливаем с левой стороны. И лепесток под номером 74 устанавливаем с правой стороны. Так, и теперь устанавливаем детали под номером 76. Выдавливаем аккуратно 3 штуки. Можем тут же вырезать. Так, наши детальки устанавливаем на площадочку 75. И теперь устанавливаем это все в центр нашего цветка. Наш цветок в сборе. Теперь установим ее на площадку. Сейчас деталь под номером 77. Соединяем. Смажем шипы. И наливаем наш цветок.
Установили цветок. Дальше. Так, собираем. Будем собирать центральную стоевую. Так, центральная стоевая. Это. Соединили между собой 60-й детали с помощью шипов. Так, теперь берем две зубочистки, обрезаем. Один острый край обрезаем и второй край обрезаем. Острый край. И устанавливаем нашу центральную стоевую. Вот устанавливаем на наш цветок. Соединяем их зубочисткой. Вот соединили. Надели зубочистку, с этого края обрезали. Обрезали, откусили. Также берем вторую зубочистку, продеваем. Соединили. Вот у нас поступательное движение туда-сюда. Обрезали. Все, теперь нам нужна петля. Петля нам нужна большая в размер хелпера. Берем наш хелпер и по размеру хелпера отмеряем петлю. Вот петля у нас готова. Лишнее обрежем. Теперь берем нашу петлю, вставляем в нижний край, обводим через отверстие, вот где проходит резинка. Через вторую и фиксируем вот прорезь, с этой стороны фиксируем одну часть. Все. Здесь зафиксировали. Так, следующий этап, тоже берем две зубочистки, обрезаем острый край, и вставляем нашу бабочку, вставили в отверстие, продели одни, вставили во второе отверстие.
Продели вторую зубочистку. Лишнее обрезали. И также берем еще одну резинку размером helper. Вообще нам нужно размером helper 3 резинки. Вот. Есть размер 1. Сейчас сделаем еще. Одну мы уже сделали, вот это вторая и третью делаем. Так, и вот третья резинка. Так, берем тоже резинку, протягиваем через вот здесь вот разрез, дальше через отверстие. Для резинки. И также здесь фиксируем. И третья резинка. Фиксируем саму бабочку. Вот есть у нас также отверстие для бабочки. И здесь разрез, через который фиксируем резинки с одной стороны и фиксируем с второй стороны. Вот наша бабочка должна примерно так вот немножко туда-сюда. Так, здесь мы зафиксировали, теперь берем, отрезаем одну резинку, две трети, вот нашей, разрезаем пополам и отрезаем две трети нашей резинки. И берем вот этих вот часть, две трети, и устанавливаем вот здесь на первом крыле есть разрез для резинки, устанавливаем его бабочку, один край резинки продеваем, заводим под крылом, продеваем вот на, можно сказать, на спине бабочки есть отверстие для резинки, продеваем через это отверстие и на втором крыле фиксируем второй край резинки. Вот наша зафиксировали. Лишнее можно обрезать. Вот так вот у нас получается. И теперь мы будем одевать крылья. Крылья и усики для нашей бабочки. Вот. Усики — это номер 83. Здесь две пары, они запасные. Вот. Смажем сейчас, чтобы легче было одеть. Один. С противоположной стороны второй.
Одели наши усища и одеваем крылья. Берем сначала одно крыло. Так вот, заправляем его. Вот в разрез с одной, второй разрез. И попадаем во все разрезы и одеваем плотно до. Здесь внизу можно немножко так расширить, чтобы уделось хорошо. И здесь. Так, одно крыло одели и надеваем второе. Так, не спешим, чтобы попали все крылья, все прорези, все отверстия. Вот одно крыло. И теперь вторую часть, вторую сторону. Завели одно крыло. Все, мы одели наши крылья. Теперь немножко бабочку нужно подрегулировать, чтобы вот здесь вот зубочистки были по центру, вот совпадали с метками, когда бабочка наша
стоит. Их немножко нужно подтянуть. Регулировали, и сейчас будем проверять. Вот. Ставим нашу бабочку сзади, вот, накручиваем, задние, самые задние ножки это фиксирует завод, и средняя лапки бабочки запускает нашу бабочку. Вот наша бабочка прилетела к цветку и пытается на него сесть. Все, нашу модель мы собрали. Мы собрали нашу бабочку, и в ней мы использовали цветные крылья. В комплекте еще поставляется также просто белые крылья. Сейчас я вам покажу, как она работает. Мы зажимаем, фиксируем задние лапки, заводим. Теперь нажимаем на средние лапки. Вот наша бабочка работает. Зафиксировали. И вам приятно будет смотреть на взмах ее крыльев, он успокаивает. А также данная модель имеет еще и функциональную особенность. Здесь вы можете хранить свои мелкие украшения и также ключи на цветке. Всего вам доброго, до новых встреч!